торжественной обстановке в ДК «Металлист» отметили 60-летний юбилей городской клинической больницы номер 7. По случаю праздника лучших сотрудников чествовали представители власти и благодарные пациенты. 7-я городская клиническая больница Твери открылась в феврале 1959 года с одним хирургическим отделением. Сегодня это уже многопрофильное лечебное учреждение, в составе которого имеются стационар, 3 поликлиники с обслуживанием взрослого населения, 10 офисов врача общей практики, а общая численность сотрудников около 900 человек. С 2011 года коллективом больницы руководит врач высшей категории Евгений Янушевич. К этой дате мы пришли вперед большими капитальными ремонтами, закупками нового оборудования, притоком новых молодых кадров, введением новых технологий, как в хирургии, как в офтальмологии, как в сосудистом центре. Потихоньку мы развиваемся и растем. Сотрудников, ознаменовавших свой путь трудовыми успехами, чествовали на сцене ДК «Металлист». Министр здравоохранения Тверской области вручил благодарность губернатора, заведующей терапевтическим отделением первой поликлиники 7-й горбольницы Натальи Майоровой. Трудится она в стенах больницы с 1991 года, сразу после окончания мединститута. Начинала работать участковым терапевтом, сейчас занимает должность заведующей. Это мой дом. С утра приходим, вечером уходим, все здесь, и друзья, и пациенты уже, которые некоторые стали друзьями, тоже, это все. Благодарности получили около десятка специалистов высшего, среднего и младшего звеньев. Есть учреждения, которые формируют облик города, облик части организации здравоохранения. Причем в вашем случае это здравоохранение полного цикла. У вас есть как поликлиники, так и отделения, которые являются стационарными, в том числе первичное сосудистое. То есть практически любой медицинский вопрос, за исключением каких-то специализированных вопросов, решается в стенах вашей больницы, вашими руками. Поэтому, коллеги, друзья, прежде всего хотелось бы пожелать вашим учреждениям, вашей больнице долгих, успешных лет функционирования. Вам лично, каждому, кто участвует в ее работе, прежде всего здоровья. Наша съемочная группа присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам и пациентам молиться главного – крепкого здоровья.